Нужно сматываться. Бежим! Пожалуй, мне тоже надо придумать, как оставаться в форме. Дядя Марио? Куда они его несут? Это ловко у тебя получается. Этот идиот что-нибудь сломает. Риде Бенеке, Риде Ультимо. Городской совет запрещает гондольерам злоупотреблять выпивкой. Кто научил тебя так двигаться? Dai, faccele vedere. Ah!
всем экипажам! Тебя здесь не место! Уходи! Слезай! Немедленно! Покажи-ка нам пару своих трюков. Если не Спот, он утирает. Я вижу его. Лачу. Отпусти меня! Тебе здесь не место! Не бойся, далеко он не уйдет. Отпусти меня! Ладжу! Там, там! Отвали от меня! Куда он? Здесь ты не пройдешь. Я с тобой. Еще раз. Попроси меня как следует, ясно? Какая смелость, Экебелео. Тебе нельзя здесь находиться. Вниз, быстро! Бифолку. Я с тобой, Фрателло! Внимание! Штрафы за ростовщичество были пересмотрены! Городской совет запрещает гондольерам слово применять вывеска! Что вы задумали? Каждый может обидеть. Для вас, дорогие клиенты, у меня просто невероятно. Вы подумаете, что я рискую? Обозрение зданий городского совета. У меня ни за что не получится. Подходи, не стесняйся. Господин ждет нас, и он не потерпит оплошности. Заверни это как следует, сейчас же. Испанец здесь? Это все меняет. Если я смогу проникнуть в этот отряд, занять место курьера, они приведут меня прямо к этому сукиному сыну. Thank you.
что-нибудь сломаешь. Вот прекрати, идиот! Слезай, Хора! Тебе здесь не место, уходи! Убирайся отсюда! Да, сэр. Это момент величайшей важности. Держите строй. Делайте все правильно. Недавно мне повезло, и я нашел новых поставщиков. Теперь я могу продавать товары еще дешевле. Граждане республики! В связи с увеличением числа утонувших в Гранд-канале, городской совет запрещает гондольерам злоупотреблять выпивкой. Она точно у тебя? За тобой никто не следил? Абсолютно. Все прошло идеально. Мы выполнили приказ точности. Задание на Кипре оказалось сложнее, чем мы предполагали. Мы Эцио, давно не виделись. Нет-нет, оставьте его мне. Родриго. Ну, и где он? Кто? Твой пророк? Похоже, никто сюда не пришел, Родриго. Сколько людей погибло ради этого? Ради содержимого ящика? И что? Никто не пришел! Ты утверждаешь, что не веришь пророка, и все-таки ты здесь. Ты не видишь его? Пророк уже здесь. Я пророк. Теперь отдай мне яблоко. Попробуй отобрать его. Yeah!
Короче, Мику, мы с вами с начала и до самого конца. И это все? Где же все остальные? Остальные? Ты понятия не имеешь, да? Стража! И нанесите удар. Вперед, ал дьявол! Готово! Пора! Чем? Подходи, я ведь один! Просто сука, которая родила тебя! Вперед, братья! Я вообще не здешний! Вперед! Дядя! Не бойся, племянник, ты не один. Лис, что ты здесь делаешь? Мы можем задать тебе такой же вопрос. Мы? Все вопросы потом, брат. Не дай бог же уйти с этим ящиком. Вперед! А сейчас вы умрете. Покажи ему это. Мы с тобой. Подходите, трусы. Янка расходит еще пару случаев. Все усилия напрасны. Пророчество сбудется. Сокровище станет моим! Смотрите, друзья! Эту стал настоящим воином! Тихо, приятель! Тот, кто разозлится, умрет! Отлично! Повторим это как-нибудь! Ты проиграешь эту битву! Ты погибнешь от моей руки, как твой отец. Война началась задолго до того, как мы с тобой вступили в нее. Мы будем вместе рубить тамплиеров. Чудесно, правда это? Но ты был не поты. Тоже ты многому научился. А,
брависсимо! Надо будет повторить как-нибудь. Твоих братьев я убил для того, чтобы доказать, что тамплиеры не знают жалости. Это за моего отца. Паула? Он ушел, но мы нашли то, что искали. Нет, я должен догнать его. В самом деле? Или ты здесь по другой причине, сын мой? Теодора, что? Что вы все тут делаете? Возможно, то же, что и ты, Эцио. Надеемся увидеть пророка. Я пришел сюда убить испанца. Плевать я хотел на вашего пророка. Он так и не пришел. Нет, но пришел ты. Что? Было предсказано пришествие пророка. И тут неожиданно появляешься ты. Быть может, ты и есть тот, кого мы искали. Коса? Кто ты? Николо ди Бернардо Макиавелли. Я ассасин. Хранитель древнего искусства защиты и развития человечества. Как и ты, и все находящиеся здесь. Вы все ассасины? Паула? Вольпе? Это правда, племянник. Все эти годы мы направляли и обучали тебя, чтобы ты смог вступить в наши ряды. Думаю, время пришло. Мы получили то, что хотели, но это еще не все. Встретимся здесь, на закате. «La шея уакен умутлак белкулум мункин». Это слова, сказанные нашими предками. Они лежат в основе нашей веры. Когда остальные слепо следуют за истиной, помни. Ничто не истина. Когда остальные ограничены моралью или законом, помни. Все дозволено. Мы действуем во тьме, чтобы служить свету. Мы ассасины. Ничто не истина. Все дозволено. Час настал, Эцио. Сейчас мы не столь прямолинейны, как наши предки. Но наша печать все так же вечна. Ты готов присоединиться к нам? Да. Эта боль скоро пройдет, брат. Как и многое другое. Бенвенуто, Эцио. Теперь ты один из нас. Пойдем. У нас много дел. Ты в порядке? Прекратим? Нет, я должен вернуться. Немедленно. О, бог ты мой. Шон? Да, конечно. Как я мог забыть об этом? Может, и нам расскажешь? В 1492 году папой избран Родриго Борджиа. А это значит, что злейший враг Эцио стал самым могущественным человеком Италии. Всегда мечтал побывать в Ватикане.
Ну, значит, тебе повезло, Дезмонд. Ведь именно туда ты и отправляешься. Невероятно. Просто потрясающе. Что это, Леонардо? Для чего эта штука? Этого я не знаю. Как не знаю, почему Земля вращается вокруг Солнца. Ты хотел сказать Солнце вокруг Земли? Оно сделано из материалов, которые не могли существовать. Однако очевидно, что это очень древний артефакт. В кодексе он назван частицей Эдема. Испанец. Он называл его яблоком. Яблоком? Как запретный плод? То есть ты хочешь сказать, что это... Оно не должно попасть в плохие руки. Слабого духом оно сведет с ума. Не сомневаюсь, что испанец пойдет на все, чтобы вернуть его. Эцио, используй все, чему ты научился, чтобы защитить артефакт. Отвези ее в Форли. Это неприступная крепость с пушками. И ею правит наш друг. Что за друг? Ее зовут Катерина Сфорца. Подумать только. Мне это начинает нравиться. Спасибо тебе за все, мой старый друг. Леонардо, Эцио сказал, что ты часто ездишь в Милан. У меня вилла в Тоскане. Непременно навести меня. Так-так, кто к нам пожаловал? Мадонна. Я сразу поняла, что в тебе что-то есть. Но что ты ассасин? Пойдем же, дорогой. Тебе понравится в Форли. Пушки в нашей цитадели исправно служат уже сотню лет. Здесь артефакт будет в безопасности. Простите, но я никогда не слышал, чтобы городом правила женщина. Я просто поражен. Ну, раньше, конечно, им правил мой муж. Он умер. О, простите. Это я заказала его. О. Мы узнали, что Джероламо Риарио служил тамплиером. Составлял для них карту, отмечая местонахождение страниц кодекса. Да что скрывать, я вообще не любил эту сволочь. Он был скверным отцом, плохим любовником. Да и вообще занудой. Смотри. О, нет. Если вам дорога жизнь. Господи, спаси меня. Постой. Что происходит? Сеньор, они появились, как только вы ушли со стены. На город напали. Что? Кто напал? Братья Орси, сеньора. Ах, чтоб меня. Кто такие Орси? Те негодяи, которых я нанимала, чтобы убить мужа. Это дело рук испанца. У самих Орси на это не хватило бы ума. Как он узнал, куда мы повезем яблоко? Мы решили это совсем недавно. Потому что они пришли не за яблоком, Эцио, а за картой Риарио. Черт бы побрал твою карту, Николо. Там мои дети. Тысячи чертей. Экколо! Бей его! Помоги! Аюта, сальвацини!
гнусный еретик. Темные обряды погубят тебя. Эти подонки уже внутри. Предатели. Может, там есть другой вход? Дай-ка подумать. Возможно, есть. Под западной стеной проходит старый туннель. Бене, я скоро вернусь. Эй, вы! Да, я к вам обращаюсь, трусливые дворняжки. Вы вторглись в мой город, в мой дом. И вы думаете, я буду просто смотреть на это? Нет, уж я вам всех оторву. Видел, как произошло убийство. Так подойди, докажи, что ты мужчина. Я так дам тебе по яйцам, что они у тебя из ноздрей выскочат. Свора грязных псов. Убирайтесь прочь. Не то я прикажу вас всех посадить на колья на стену. Он точно убьется. Где-то я уже его видел. Откуда мне знакомо его лицо? Идиот! Отпусти меня! Ma che cosa aspetti? Отдувай! Ayuto! Non mi distrago!
Бей его! Молодец! Вон он! Мы его поймаем! Иди! Ну, пожалуйста! Но, ну, чудесами! Дети! Но где же Бьянка и Октавиан? Простите, сеньора, когда все это началось, они играли на улице. Я не знаю, где они. Скоро пришли подкрепления! Они штурмуют цитадель! Это не дай этим ублюдкам прорваться! За мной! Mm-hmm.
Сфорца! Я знаю, что ты там! У меня есть то, что тебе нужно! У тебя дети не пропадали? И Эцио Аудиторе здесь? Какой приятный сюрприз! А вы, должно быть, братья Орси. Людовико! И Чекко! К вашим услугам! Довольно! Где мои дети? Отпустите их! Конечно, сеньора. Мы будем рады отпустить их. За кое-что ценное. За некую карту. И за некое яблоко, брат. Да, и за некое яблоко. Или мне перерезать горло твоим малышам. Негодяи! Думаете, что запугали меня? Я ничего вам не дам. Вам нужны мои дети? Забирайте. Мне есть чем делать новых. Если вдруг передумаешь, что они будут в деревне, за городом, у тебя ровный час. Катерина, нет. Я не допущу, чтобы ты жертвовала детьми. Никто и никем не жертвует. Верни их мне, Эцио. Си, положись на меня. Яблоко должно остаться в крепости. Охраняй его. Чеко и Людовико Арси. И... А это тут откуда? От него ведь... Вон он, ложи! Взять его! Задаем жару! Я его знаю. А это тут от... У меня странное чувство насчет этого человека. По слухам, это наемники Косков. Я его не вижу.
Аспе, Аспе. Уходите отсюда! Бегите! Аспетто. О-о-о! О. Момента и нанесить удар. Убей его! Как мы зарубили того, что... Вы думаете, что я вас боюсь? Если так, то вы жестоко ошибаетесь. Моя мама не даст меня в обиду. Если вы хоть пальцем тронете моего братика, мама поймает вас и голову оторвет. Понятно? Вы же все погибнете, а я через час уже буду дома. Так что вы зря тратите время. Я-то просто жду, пока вы все умрете, а вам что, больше заняться нечем? Я вижу, давай, парень! Покажи им! Задай! Организации, убирай его, помнится! Бей его! Делегации, пациенца! Помнишь, как мы зарубили того швейцара? И это все ваши люди? Какая глупость! Их же вам не хватит! Моя мама страшна в гневе! Мы женщины из рода Сфорца! Все такие! Да, мы красивые, но значит обманчиво! Можете хоть у папы моего спросить! Делайте то, чему я вас учил! Молодец! Вы же не думаете, что я вас боюсь? Если так, то вы жестоко ошибаетесь! Моя мама не даст меня в обиду! Если вы хоть пальцем тронете моего братика, мама поймает вас и голову оторвет! Понятно? Спасибо! Спасибо, мисс Эр! Но мой брат Октавиан! Они держат его на маяке! Оу-оу-оу! Последний шанс, Катерина!
Или яблоко, или я сломаю мальчишке ноги! Быстрее! Быстрее! Тебе конец! Он уходит! Стой! Это лицо мне... Он здесь! Что такое? Иди сюда! Ты хочешь спасти своего мальчика, Катерин? Отдай то, что там нужно, или я сброшу его! Мама, помоги! Я хочу домой! Ты такая мафия! Выходи, Катерин, покажись! Отдай яблоко и карту, или твой малыш станет калекой! Пригоньте этого пса! Я хочу писать! Куда? Сеньор, отпустите меня в туалет! Мне нужно пописать! Ложу! Там, там! О, пердио! Пью диль беко! Быстрее! Он уходит! Его! Он там! Не ной! Веди себя как мужчина! Теперь ты не уйдешь! Черт! Я хочу есть! Теперь ты не уйдешь! Можно мне чего-нибудь поесть? Сеньор, накормите меня! Вот, хватайте его! Баста, у меня от тебя голова раскалывается! Ладжу! Это последний шанс, Катерина! Или яблоко, или я сломаю мальчишке ноги! Катерина сглупила, отправив тебя сюда. А может, это ты глупец, раз готов умереть за пару монет? Оно того стоило. Благодаря мне господин получит то, что хотел. Тогда умри. Гордость тебе не поможет. Покойся с миром. Беги! Не думай про... Andiamo! Оу-оу!
Аспетта. Будет держаться, не сомневайтесь. Все, что вам... Его укрытие! Мульту грации! Подходи, не стесняйся! Благородные цены для благородных людей! Еще один довольный клиент. Слушайте, слушайте! Я распродаю... Привет. Что ты здесь делаешь? Прости, Эцио. Мне так жаль. Что произошло? Это была уловка, чтобы застать нас врасплох. Как только ты ушел,
они напали снова. Чекка Орси забрал яблоко. Что? Нет. Где он? Мы прогнали его отсюда, но этому ублюдку удалось бежать в горы. Я иду. Я уверен, у меня есть то, что вам это нужно. Это благородный вор. Не дайте ему уйти! Здесь ты не пройдешь. Ему не уйти! Быстрее! За ним! А, как бы не было! Всего лишь о пощаде! Приятно! Но тебя это не спасет! Стронзо, здесь! Вот он! Бейте его! Давай! Мочу! Он там! Взять его! Эккола! Быстрее! За ним! Я безумно знаю этого человека. Возможно, это он. Нужно рассмотреть его получше. Итак, ты снова забрал наше сокровище. Неужели оно стоит стольких жизней? Такая ценная вещь надолго у тебя не задержится. Посмотрим. Посмотрим. Сколько зла порождает алчность. Покойся с миром. Эцио, слава богу, ты жив. Как ты себя чувствуешь? Что случилось? Я не знаю. К счастью, один из моих солдат нашел тебя в горах, рядом с телом Чекка Орси.
Да. Это я помню. Постой. Там был третий. Он забрал яблоко. Кто? Он был в черном, будто монах. Кажется, без одного пальца. Да, Катерина, мне немедленно нужно идти. Хорошо. Держи, это тебе пригодится. Об этой карте говорил Никола, карта твоего мужа. Бывшего мужа Мио Каро. Он клялся, что узнал, где находятся все страницы кодекса. Яблоко ты заберешь, а сокровищницу без карты не найти. Знаешь, неподалеку в низинах есть аббатство. Монахи там ходят в черном. Начни поиски оттуда. Давай иди. Разыщи этого чертова монаха. Кажется, я буду скучать по тебе, Катерина. Конечно, будешь. Римскому папе, поэтому его свидетельство отлучает.